компанию Subaru представила в Токио прототип эстейта Subaru Levorg второго поколения. Машина построена на платформе Subaru Global Platform, на которой уже построено несколько моделей Subaru от Impreza до Legacy. Длина эстейта Levorg составляет 4690 мм при ширине 1780 мм. Гамма прилагаемых моторов у нового поколения Levorg будет такая же, как у предыдущего поколения, плюс новый оппозитный турбовый двигатель объемом 1,8 литра прямым впрыском топлива, способный работать на сверхобъединенной рабочей смеси, что позволило в значительной степени снизить расход топлива. К сожалению, о технических характеристиках машины японцы ничего не сообщают, и даже салон эстейта они предпочли не показывать. Стекла у представленного прототипа были обклеены черной пленкой. Согласно предварительной информации, серийная версия эстейта Subaru Levorg второго поколения поступит в продажу в Японии не позднее июня будущего года.